Ёбу-ёбу, пойди сё, ёбу-ёбу, вот и сё. Сделали с Костей вот такую поделку в школу. Вот. На осеннюю тему. Вот. Осенний лес. Шишечки. Медведя сделали. И какого-то старичка-лесовичка. Вот этого. Из желудя. Такая красота получилась. Привет всем! Вот уже который день хочу начать влог. Вот. И не могу. Нечего особенно особо такого снимать. Погода у нас плохая, холодно на улице, никуда не пойдешь. Такие тучи, то дождь идет, то ветер. Вот. Сегодня пятница. Последний учебный день. Потом каникулы у нас будут недельку. Вот, надеюсь, что хоть на каникулах будет что поснимать для вас. Вот, будем с детьми заниматься всякими поделками. Вот, надеюсь, что гулять будем, если погода позволит. Вот. Так что вот так. Сидим дома, скучаем с Кириллом. Ждем Костю из школы. Вот. Такие вот дела. Если что-то будет интересно, обязательно для вас сниму что-нибудь. Костя пришел со школы. Вот. Попросился поиграть в компьютер. Вот. Четверть закончилась первая. Вот. Ну, с тройками, конечно, ну, хотя бы без двоек. И то радует. Вот. Ну, первая четверть у всех детей так пока раскачаются. Вот. Надеюсь, что в следующей четверти будут оценки получше у нас. Вот. Так что попросился поиграть в компьютер. Вот сейчас сидит, играет, покушал. Пожарила я яичницу, что-то так захотелось. Нам с колбасой с вареной яичницы. Вот они поели уже. Вот я переделала все дела, помыла посуду. Сделала вот такой салатик. Из баклажанов. Вот. Выложила уже я рецепт этот на канал. Оставлю ссылочку. Зайдите, посмотрите. Очень вкусный вот такой салат. Вообще бомба. Вот. Потом после яичницы буду кушать сливы. Соседка угостила. Такие красивые, аппетитные. Вот. Спасибо ей за это. Так что вот так. Тут еще стоит моя капуста квашеная. Вот, рецепты тоже есть на канале. Вот, переходите в плейлисты мои или кулинария, или заготовки, домашние заготовки. Вот я и туда бросила. Так что посмотрите, как я заквашивала капусту. Ну, сегодня вряд ли еще что-то будет интересное. Вот. Так что пойду кушать. И отдыхать буду. Всем привет! Сегодня суббота. Вот мы пока что сидим дома. Сейчас уже 12 часов. Сегодня выспались. Почти до 10 часов спали. Вот. Сейчас детей отправила гулять на улицу. Муж делает ремонт сейчас в душе у нас. А я вот думаю, сейчас займусь уборкой. Помою пол, приготовлю что-нибудь вкусненькое на обед. Вот, а вечером будет культурная программа, может быть, пойдем в кино. Вот, если там идет что-то нормальное. Сейчас в последнее время в кинотеатрах вообще странные фильмы всякие показывают, которые нам не нравятся. Так что вот так буду проводить время с пользой. Вот, а потом уже отдых будет вечером, надеюсь. Если что-то будет интересненько, обязательно включусь. Поубирала я, замариновала я отбивные свои. Буду делать сегодня отбивные. Пока они маринуются, решила поколоть вот такие орешки, фундук. И сделать с медом, залить их медом. Читала
много статей, говорят, что это очень полезно. Фундук вообще сам по себе очень полезен, а с медом так вообще. Вот. Сижу, включила фильм «Дом восковых фигур». Видел кто-нибудь такой фильм? Я люблю страшилки такие. Но мы пока детей нету посмотреть, потому что очень страшный, жестокий фильм. С детьми нельзя такое смотреть. Вот, и буду смотреть и чистить орехи. Конечно, это непростая задача, начистить их. Ну, как получится. Thank you.